Мы идем ночи, дождь, какая-то фигня происходит. Технику загоняют сейчас или что делают? Нет, не пускают наши ребята. Оттуда или туда не пускают? Туда не пускают. Туда не пускают. Понятно. Ну пойдем посмотрим. Стоят наши, по-моему. Да. Какие-то бочки привезли. Понятно. Что за фигня какая-то? Башкортар мы играем? Да, башкорт. Несут какие-то коробки. Рабочие проходят. Здравствуйте, а что вы несете? Да, это я. Тут машин. Кран, капец, КамАЗ. Рабочие работают походу. Они технику под покров ночи хотят привезти. Что, помощь нужна, нет? А сколько рабочих? Поддержать можешь кому-нибудь? Наши газельки, крутомазки. Вы с лагеря? А это мы место, здравствуйте, мы поддержать вас приехали. Да. Давайте, парни, продвигайтесь. Вы видите, нагнали молодежь от наростки. Я не знаю, ну как их называют? Любители футбола или, может быть, я не знаю какие. По 14, разные, да? От 13 до... Дымосовки. Да. Сэкономили, возможно. Нет, не дымосовки. Они дерутся с нашими. Прям сейчас? Да, они проламливают нашу оборону. А полиция как реагирует? Полиции вызываем. Уже, наверное, четвертый час. Времени смотрите, идет. Смотрите, мы вот ехали на Бельском, а вот полиция стоят. Полиции говорят, нет. А вот там говорят. Ну все-таки, когда ваши подъедут? Это 4 часа. Там дорога заблокирована. 4 часа. Неужели ваша полиция не может? Сейчас подъедут. Вы мне обещаете уже сколько часов. Посмотрите. Там не заблокирована дорога. А? Мы приехали вот, только что. Ну тогда он же лжет, получается. Товарищ майор. Мы только что проехали. Сейчас, секунду. Вот же люди приехали. Да. Вот посмотрите, что это говорит, делают. А если там кого покалечат? Покалечат, уже покалечили. Ты посмотрите, что. Ребята, ты видишь, что говорит? Мы из-за куштал. А вас что, покалечили? Покалечили, да. Что случилось, скажите? Самое главное, сегодня был флешмоб. С той стороны все в масках, просто мы путы все. Да, были. А? Слышите? Да. Там просто это. Снимите маски, да. Один держит, двое били. Да. От одного я увернулся, от третьего не смог увернуться. Ты понимаете, вы сегодня были, да, днем? Да, просто да, они выдергивают и столпы. Все, мы же и бьют. Мы же понимаете. Там, все, я так понял, пацаны, это снимаешь, да? Да. Я так понял, пацаны, лет под, не знаю сколько лет, но видно, что молодые пацаны. Вот примерно. Щитками проламливают. Проломили фактически. Ну, 20-25 минут. Они все в масках. Капюшон надет, их не узнать. В течение стольких часов. Да. Они говорят, нет. Проверяют, что автоматами стоят. Да. Стоят полиция. Это смотри, ну, значит, вот. Они товарищ майор лжут. А сколько там наших? Да? Я не знаю, ну, по ощущениям могу сказать, да? Ну, не знаю, может, человек 200. Ну, с их стороны человек 200, да, наверное, есть. Есть больше. Там даже, знаете, автобусы. А наших сколько? Наших, ну, человек 100, наверное, есть. Нет, да? Нет, 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 100, нет, 50. Нет, нет, люди. С их стороны, ну, вот вы говорите, там полиция не пускает, а их с их стороны, пускают автобусы, они греются, заходят в автобусы, греются, да? Им там чуть ли не курортные условия, они меняются. Это полиция помогает мне. Это полиция, да? Полиция, кстати, вместе с ними давит нас. Ничего себе. Вот так. Вот видите, вот этот майор бегает, я его уже с какой раз прошу. Он говорит, выехали, 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 выехали. Это в течение 400. То есть я так понимаю,
там молодые пацаны, которые давят нас, да. защитников горы, их привозят, обеспечили авто, там служебно, да. они заходят, греются, кофе пьют, потом меняются. А вас как зовут? Меня зовут Азамат. Фамилия тоже Азамат? Не, не надо просто. Азамат, я из Ишимбайского района, деревня Карайна. Ладно, вы... Мы там а там сейчас нужна какая-то помощь, что надо делать? Там, знаете как, помощь, конечно, нужна, там наших давят. Вот. Как помощь? Три человека здесь. Наша задача стоять. До утра хотя бы. И что очень интересно, с нашей стороны ребята орут. Не поддаваться на провокации, не бить и не отвечать на их слова. Прямо это на русском, на башкирском языке все это регулярно выкрикивается из толпы. Не бить, не отвечать на их слова, не поддаваться на провокации. Сейчас их цель возможна. Ну вот, все, товарищ майора. Он туда администрацию. Убежал, да, молчи. Да, он убежал. Знаете, что бьет говорит? Там. Что проехать туда невозможно. Он так, сказал, проехать невозможно. Сотрудники проехать полиции. Наши ребята там. Да. Много. Да. Вас уже побили. Да. Чуть-чуть. Да. Чуть-чуть. Но били очень интересно. Один держал, двое били, от одного вернулся, да. второй от второго. Давайте товарища майора спросим, они где он опять убежал. Он не ответит. Он секунду. Вы знаете, что он говорит? Он говорит, что полиция не может проехать. Здорово. Ну мне похуй, не может она проехать. Полиция говорит, но проехать, люди проезжают, а сотрудники не могут проехать. Ну не могут. Да, идем туда дальше. Сейчас я видео выгружу, подожди. Сейчас я начну видео выгружать. Так, наши пошли. Так, а где полиция опять? Он спрятался в маршрутке. Роман! Я здесь. О, вернее, это Евгений, нам надо поспешить, а то там сейчас людей выдавливают. Давай, 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 давай. Полно техники, номера. КамАЗ. Что здесь делаете ночью, граждане? Это сколько, 13 лет? Вы что здесь делаете? Вас откуда пригнали? Ребята, в каком классе учишься? Я с вами, вы что, я не с ними. Ты в каком классе учишься? Идите домой. А? Домой, бегом. Девятый перешёт. Да не бойся, мои щенки. Вот они, щенки, вот видишь? Пожалуйста. Вот восьмой класс. Восьмой класс. Снимайте вот это, вот сейчас. Что случилось? Что за проблема? Что у тебя за проблема? Ты зачем? Ты зачем? Орут какие-то крики. Скандируют что-то. Макс, ты, да? Если да. что, смотри. Возле нас держись. Это непонятно. По-моему, наши. Наши без маски. Титушники в масках. Здесь ты копиров занимал? Пиздюки. Со школы? Это сейчас странно. Ты что, блядь, охуели в школе дети? По полкам в школе дети? Армула! Я машин привет. Вот походу в масках стоят. Он говорит, 40 машин есть. Вот кто спокойно стоит, лучше бегите. Сейчас управление едет. А вон едет. Всем подряд скручивать будет. Лучше бегите отсюда. Рядом? А где сейчас камера, чувак? Они вперед вроде ушел. Здесь капец народа. В масках. Это не наши. Что происходит там, непонятно. А вон стоят. Это. Оборона. Офигеть тут. Ребята, а что ночью-то приехали, ребята? Детям. У вас же сами дети должны быть, если вы местные. Загораживает путь, не дает пройти.
Загораживай, что ли, пошибли? Выталкивай, выталкивай. Что значит выталкивай? Выталкивай, туда. Выталкивай, выталкивай. Силу применяем. Макса нашего толкают. Ребята, вы разжигаете, ребята! За загородку говорю! Григорьев цепанулся с кем-то. Тетушники тоже подтягиваются. И тут рядом? Да-да. Мы не лезем, тем более с 13. Наша задача снимать. Народ идет. Непонятно, кто-то наш, кто-то не наш. Сейчас подъеду, блядь, много народу. Пока молчим. Тишина. А вы кто? Вы кто, молодой человек? Евгений, покажи. Зафиксируй вот эту белую масочку. Вот, видишь? Покажи, что не трогай, блядь. Лицо покажи, блядь. Я сейчас твою камеру жопу. Что тихо? И вот этого покажи. Как тебя зовут, полицейский? Что значит успокойся? Тихо, никаких драк. Снимайте всех лица, вот эти, всех лица снимайте. Подожди, подожди. Никаких драк. Никаких драк. Вам людей наших, блядь, выгоняют, может, никаких драк, блядь. Отойди в сторону. В сторону. Садитесь лучше пока, ребят, Макс. Вас что, побили, что ли? Какой-то полицейский с Григорием. Что я на тебя материть не могу, ты даже не представил. Ты мент, блядь, или кто? Чё ты, блядь, руки свои суёшь-то? Тормози. Чё, молодой человек, у меня борода уже, блядь, твои. Вы только что оскорбили меня? Нет, ты два за что, что Он тоже стоит здесь, он также здесь стоит под дождём, мог бы ещё оскорблять. Он тоже здесь, но у меня сладко. Чё? Кроме того, что должна подкрепление, там стоят на этом. Постаманчики, чё они здесь? Да не говори, пускай сюда спустят, к нам палатку голодок разгоняют. Где они? Вот он разгоняет. Ну, вот человек оттуда, где он? Вот тут все искричит. Оттуда разгоняет, как говорят, выгонят. Кто там разгоняет? Вот. Скажи нам на камеру, что не разгоняет. Скажи, что их не выгоняют. Я вообще никого не разгоняю. Вы мне а, ты говорите? Вообще никого не выгоняешь? Нет. Да. Все. Так, ладно, все. Хорошо. Все, все. Айош, сходи с ними, посмотри, что за женщина, нормально, в натуре, это же женщина. Давай, три человека пройдем. Да сейчас мы там разберемся, не переживай. Молодые какие-то лезут на камеру. Чего вы-то убежали? Ну и что, что много? Ну и все, что много. Кто придурок-то? Гейн, успокойся. Ты что срываешь? Иди в интернете придурком надавай. Вот именно. Реально, какие-то молодые парни, лет 20. Твой укрик что-то изменится, что ли? Конечно, изменится. Что твой укрик изменится? Ты кто такой вообще, блядь? Давай, давай, давай. Извини, пожалуйста, вы откуда? Родители нашего, что вы... Какие родители, слышишь? А что, нам в лесу нельзя находиться, что ли? Какая разница? Хотим. Законом запрещается в лесу находиться, что ли? Снимайте тоже всех их придурков. Я успокоюсь, разжег всех надо. Дело в том, что они лица-то не прячут. Нам-то вообще все равно. Да, и все равно. Отмазочный режим вели, между прочим. Коронавируса боятся, говорят. Молодец. Приехали сюда. Молодец. Пацан. Просто пацан, блядь. Полицейский там. Ушел. Бойко, Бойко, молодец, блядь. Блядь, коронавирусом болеет. Ладно, давай. Ребят, серьезно, откуда вас нагнали, что здесь нет? Станок на заводе работает. И кем? Мать моя на заводе работает, а ты где здесь стоишь? А кем? Большая интересная же. Я на твои вопросы собираюсь отвечать. И нет никто здесь. Ну а что, как крыса?
имеете право. Крыса, ёпта, когда, блядь, ночью как крыса имеете право. Ты сам крыса. Нет, ребят, давай без оскорблений, ребят. Ночью, он сам обзывается. Ночью в мирный лагерь не прихожу. Ночью в мирный лагерь не прихожу, прячу лицо. Вы кого-то били, что ли? Еще ты сейчас еще прочитал. Сам ты крыса, слышь? Я сказал, я прячусь, скрываю лицо. А ты что руками махаешь? Я прячусь, скрываю лицо. Тебя тоже сняли, как ты на пол. Я прячусь, скрываю лицо. Смотрим, что поддержка не приехала. Куда вот иди в лагерь, я меня отсюда снайду. Полицейские? Ну, это, ну что там кто? Они свои машины ведут. Так, походу слева не наши, почти, хотя вот есть без масок. Справа с наши. Вот с повязкой на руках, тетушки. Так, а где Макс? Я здесь. А, другой Макс. А, он, да. А, полицейский сюда пришел. А? Полицейский сюда пришел. Но не пускает. Сзади обсуждают, ну они же нас загасят сейчас. Ну нет, мы их загасим. Сзади нас стоим. Это приятно, всех повязывают. Лет 13-14. Мы не уходим. Посмотрим сейчас, что происходит. Там все люди подъедут. Какая разница? Есть разница? Стрелитамака? Стрелитамака? Да. Почему ночью делают? За куштал? Да. Да, за куштал. Я тоже за куштал. Ага, извини. Я-то думал, блин. Нет, я... Вообще. Ночью столько, блядь, на храп взять решили. Вот без повязок кто? Все наши. Здорово, пацаны. Здорово. Как дела? Здорово, давай поздоровайся, пацаны. Меня Рик зовут. А вас нет? Привет, Максим. Здорово, Максим. Да. Очень приятно. Займу. Че, проедем или не проедем? Че? Че, что? Проедем, говорю, не проедем. А на чем? В автомобиле. А, ну нет, куда ты дальше проедешь? Что ж не на улице? Ну, а как ты пешком только. Как? Пешком? Пешком. Че, весело вам? Под дождем? Конечно, такое. Че в истории. Оказались. Да там уже дерутся, ты понимаешь, нас не пускают. Там за шлагбаум драка идет. Там уже дерутся вовсю. Нас не пускают просто сюда. Они же хотели, чтобы... Они, видишь, они меняются, вот эти с белыми повязками. Они меняются, они постепенно заходят, выходят. А наших там держат. Кто успевает выбежать, выбегает. И все, там все меньше людей остается за шлагбаумом. Еще охрану поставили. Кого, где? За шлагбаумом наших сказали, меньше 100 уже. А их там человек 200. Слушайте, ребята, еще тут, короче, молодые уходят. Да они сам, вон у него повязка в руке. Да. Тут получается, здесь внизу массовка, я так понял, а там основные бойцы, короче. А тут это так, для виду.
народу море собралось. Да. Часть молодежи ушла, потому что понимает, что им нафиг не нужно. Это парни по 15-13 лет. Отработали свои денежки, все, появились уже. Парни по 20 лет сейчас дерутся за шлагбаум, получается, с нашими из лагеря. Потому что оттуда вы... Ребята, добрый вечер, а вы откуда? А? Что там происходит-то? А что вы это, за или против? Не, мы просто смотреть вообще хотим. А? Понятно. А как добираться, думаете? Смотрите прямо, чуть левее. А как добираться-то будете? А дальше приедем. Понятно, ладно, удачи вам. До свидания. Давайте, не хулиганьте. Да, хулиганы уходят. Награбрут. Кто-то вызвал такси. Зеленоглазые такси. О, мажоры уже такие же. Посмотреть, что произошло, пока мы выкладывали в интернет. Есть? Маска. Такси. Может, он приехал это? Заработал, по кому надо. Услышал, чувак, да, что тут везет кому-то. Звоните в такси, везет. Она вас довезет куда угодно. Лица 52-45. О, еще молочки стоят тут. Техника опять. Номер 786-КУ. Хотят уехать на машине обратно, их не берут. Волк. Здесь уже пусто. А, трубы какие-то, да? Камачанин. Вот такая техника простаивает, да? Бочки. А нет, это рабица, которая выбегает. Вот как раз колючка. Которую хотели натягивать. Мало сколько не нужно. Приезжали на этом КамАЗе 370 НК ТНК. Это. Давай, давай, Алан, толкайся, толкайся. Алан, пожалуйста. Алан, полиция 11:36. Мы прошли через молодчиков, да? Сколько их там человек? 30 было, стояли молодые. По-моему, что-то пытаются принять. Охрана БСК. Вершина. Это уже похоже на наш. Пока все спокойно. Субтитры
Полиция. И походу чоп. Меня что ли, парни? Меня зовут. Снимай меня. Между прочим, в Киеве же ведь тоже началось. Которые художник, любитель. Да, фанат. Там тоже так началось. Да? А люди наши там? На меня не светите. Не светите. Ну эти, наши там? Да. Расскажите, как было в лагере. Нас окружили около 400 человек. Это был охрана БСК и какое-то, извините меня, быдло, которое собрали, наверное, я не знаю, с самых неблагополучных районов. Они окружили нас, кидали в нас бутылки, провоцировали на драки, обзывали самыми грязными словами. Но потом они им дали команду, и они отошли. Вот и все. А сейчас там в лагере кто-нибудь остался? Там остались 15-20 человек охрана, ну вот у них, БСК, и нас около там человек 7-8. Это мужчины или женщины? И мужчины, и женщины. И женщины, и мужчины. А почему они остались там? Ну, нужно же как-то охранять, чтобы ты там... А там не опасно сейчас? Опасно. Здесь везде опасно. Опасно. А то, понятно, что всем. Мужчина выходил, говорили, что там бьют. Там была драка? Нет, до драки дело не дошло. Но мы увидели с разбитыми носами. С разбитым носом человека. Здесь, одного из них. Здесь. Главное, интересно, нет. Держали его охранники, а били... Давайте еще какие-то вопросы есть? Нет, спасибо. Все отмываются. Может, надо их как-то поддержать? А что было-то вообще? Слышал? Охрана просто протолкнулась к машине. Видишь, они около машины теперь стоят. Сначала эти были. Они взяли, просто толпу распинали и стали около машины. Сейчас будут дорогу делать. Сейчас они будут вот так вот колонной вставать, скорее всего. И потихоньку машину продвигать, всю технику вообще. А, они хотят проехать все-таки? Да. Ну да, тут такая техника стоит, столько машин, и пока еще не проехали. Фига не видно. Скажите своим командирам, мы не смогли, и все! Не надо на нас идти, не надо! Мы народ, обычно безоружный! Всех вас, я вам не уволен! Блядь, зачем там еще меньше? Я с Уфы только что приехал, когда услышу, тут 200 гопников каких-то приехали! Понимаете, нет? Вам за это деньги платят! Мы за это народ! А что, не 200 гопников там было? Я про вас говорю, нет! Я про вас говорю, что я про вас говорю, нет! Я про тебя конкретно. Нет, про 200 гопников, которые там с ножами, с пистолетами стояли, угрожали, блин, с белыми повязками. Я про них говорю. Все жует, сыпь плюет, это Москва, понимаете? Нет, это не за границу, нет, мы тут останемся, понимаете? Вашими руками, на нас идут. Они вас используют, где ваши собаки используют? Где ваши начальства, пускай они выйдут. Потом вас, как собаки. Мы за свои деньги сюда приехали, блин.
за свои деньги сюда приехали, а вам платят, и вы за эти деньги не сердцеваете. Разве вы не слышите, сколько можно уже? Вам нравятся эти белые моря? Вот вы не могли найти. Добрый ялочка! Вы еще больше людей потянете. Поговорите, вам объясню, кто мы такие. И сколько лет этим занимаемся, уже стоим. Собирайтесь, идите домой. Просто, вот, на самом деле, просто подумайте. Без всяких шаблонов, стандартов и все. Вот он народ, вот он вы. Вы в таком положении. И мы в таком положении. Подумайте, вы как стадо шакалов сейчас, понимаете, нет? Сейчас не отзывается, что ли? Я давно домой ушел. Это лица говорят. Я бы эту черную гробанного. Блять, вашим детям потом здесь негде будет гулять. Я буду стоять. Никакой природы не осталось. У вас духу хватит, нет? Против нас у вас смена, и вы уйдете, а мы здесь будем стоять.